Всем привет! Сегодня у нас 20 сентября 2021 года. Хочу показать итальянский иммунный сорт Парше. Отличных товарных и вкусовых качеств зимнего срока созревания под названием Моди. Привит на подбой М9. Сорт уже не первый год у нас плодоносит в саду. Мы его все любим. Яблоко очень вкусное. Потребление после Нового года. Яблоко сладкое, с неплохим вкусом, сочное, сока очень много, можно, кстати, с него сок давить, то есть выход сока очень большой. Вот так вот, оно вяжется, подвой М9, такой чуть удлиненной формы, очень хорошее яблоко. Так вот оно выглядит. Тоже советую любителям садоводам завести его в сад. Хранятся в подвале отлично. И также само советую завести, кто занимается продажей яблок, тоже. Я думаю, не пожалеют. Вес яблок средний, где-то 150-200 грамм. Бидон у него тоже крутой, конечно. Он очень броский. У нас так неплохо посажено, мы так немало его посадили. Уж яблоко реально пользуется спросом. Так, ну что, обрываем мы его примерно в октябре месяце, первые числа, конец сентября, октябрь, и уже лежит оно в подвалах спокойно до марта месяца, вообще без проблем. Вкус самый лучший с Нового года до марта. Это в обычных условиях, в холодильниках понятное дело, что оно будет храниться намного дольше. Красивое яблоко. Большой плюс, что оно хранится, иммунное к парше, практически не поражается данным заболеванием. Так, ну теперь не переключайтесь, покажем его в зимний период, какой у него будет вес, какой будет вкус. Яблоко Моди. Сегодня у нас 13 января 2022 года. Сорт яблок Моди в хранении, имеет прекрасный вид товарный, яблоко плотное, вкусное, отлично хранится. Давайте сейчас посмотрим, какой вес у данных яблок. Он 200 грамм, этот сорт не крупноплодный, у него средний вес где-то 170-200 грамм. 200. Яблоко шикарно хранится, мы начинаем его кушать вот там вот перед Новым годом начинать. И до апреля месяца потребления он 100, грубо говоря, яблоки 180-200 грамм. Яблоко очень товарное, очень блестящее, броское, на рынке вообще мимо не пройдешь. Так, давайте разрежем, посмотрим, какая у этого сорта мякоть. Мякоть плотная, твердая. Это для любителей твердых и сочных яблок. Вот какая мякоть. Она такая скалующая, мелкозернистая. Сорт отличный. Тем более, он не поражается паршой. Опа, упала. Ёлки-палки, с них, ну ничего. Так, давайте сейчас посмотрим по соку. Гляньте, он очень сочный. Этот сорт, когда я покупал, его рекомендовали для сидера. Очень большой процент сока в данном сорте яблок. То есть оно твердое, нажимаешь. Короче, сейчас буду кусать, и будет полный рот сока. 100%. Пробуем. Сладющая. Кислоты в этом яблоке нету. Мякоть плотная, скалующая, очень сочная. Во рту очень много сока. Есть легкий аромат приятный такого сортового яблока. Шкурка, в принципе, особо не ощущается. Отличный сорт. Это подойдет сорт для тех, кто любит реально твердые, очень сочные сорта без кислоты. Есть черенок на продажу данного сорта. За видео просьба ставьте лайк. Сорт отличный. Стоит его сажать в свой сад, гляньте, для зимы. Вообще, вот он как на картинке, просто шедевр.
Сорт хороший, может поражаться не в значительной степени мучнистой росой. То есть желательно, конечно, обработка от грибка, от мучнистой росы. Паршой сорт не поражается. Вот такой небольшой видеообзор по сорту яблок итальянской селекции Моди.